что представляет из себя едва заметная чудодейственная водоросль под названием спирулина. Она смогла привлечь к себе огромное внимание даже семьи американского президента Обамы. В 1974 году на Всемирной продовольственной конференции ООН было объявлено, что спирулина – идеальный источник питания для человечества. Так в чем же заключается феномен сине-зеленой биомассы под названием спирулина? Микроскопическая водоросль в форме идеально закрученной спирали. Одно волокно насчитывает от 0,3 до 1 мм в длину. Ее клетки способны поглощать энергию Солнца и образовывать сложные органические вещества из углекислого газа и воды. В процессе фотосинтеза ее клетки вырабатывают белок, глюкозу, насыщенные жирные кислоты и витамины. Абсолютно все питательные вещества, в которых нуждается наш организм. Каким образом такая крошечная форма жизни может сочетать в себе всю силу жизненно важных элементов? Спирулина – это одновременно и растение, и бактерия. Тщательно сбалансированный набор витаминов, минералов и аминокислот, которые легко усваиваются организмом человека. Она содержит более 100 питательных веществ. Но спирулина – это не лекарство. Как ее выращивают и применяют? Зачем космонавты используют спирулину? По решению НАСА эта водоросль используется в питании как американских, так и российских космонавтов. И что о ней говорят ученые? Сотни ученых мира тщательно изучают ее химический состав и биологическое воздействие на организм животных и людей. Результаты этих исследований впечатляют. Станет ли спирулина простым решением глобальной проблемы мирового голода? Спирулина активно культивируется во многих странах. В мире каждые 6 секунд от голода умирает один ребенок. Сможет ли крошечный сине-зеленый организм предотвратить это? И способна ли спирулина спасти целую планету от парникового эффекта? Уникальная древняя водоросль, которую уже давно окрестили настоящим чудом природы. Спирулина является одной из древнейших форм жизни на нашей планете и давно привлекает к себе все более пристальное внимание людей во всем мире.